нравственных качеств человека в любой области, она определяет даже больше, может быть, чем профессиональное творчество того или другого министра. Петр Васильевич – это классик удмуртского искусства. С одной стороны, что может быть проще – делать выставку классика. И тут мы решили, что мы сделаем проект, сделаем выставку, концепция которой будет ценности человека и художника. Это, конечно же, родина, это семья, это дружба, это большая ценность человек, это жизнь как тоже большая ценность.